Семку. Сколько мне осталось до конца Fallout'а? Купить или продать аккаунт? Конечно, на AnyLevel. Здесь самый большой выбор аккаунтов Dota 2 и CSGO, регулярные скидки, моментальное получение и поддержка клиентов в нашей группе ВК. А если завалялся ненужный аккаунт, просто оставь заявку на сайте и получи деньги на свой кошелек. Более того, к вашим услугам команда топовых бустеров, которые легко выполнят услуги по бусту рейтинга, прокачке побед, калибровке и персональному обучению. Увидимся на AnyLevel. Помолчи. Пройди хотя бы DLS про казино. Оно интересное. Это какой из них? Корук Блуэс душное. Его если только ради имплантов проходить. Остальные два чисто, если интересен лор, игры можно пройти. 172 на 205. А я откуда знаю, что какое DLC? Ну, типа, где какое DLC? Old World Blues душное? Это какое, бля? Чё, меня туда показывает куда-то? Куда, блядь, туда? Лифт, похоже, не работает. Вы могли бы открыть панель рядом и повозиться с ней. Может, вам удастся лифт заработать. Починить лифт. Дверь лифта плавно открывается. На стенной панели светятся кнопки, соответствующие разным уровням убежища. Какую из них вы нажмете? Я пока хочу. Я не знаю. Я смог починить лифт. Мне хватило ремонта. Я так понимаю. Карты. Блин, мне всегда, не знаю, как кому, но мне вот всегда везде, неважно, вот игра, кино, что угодно, карты настолько приятно видеть, это как нечто такое, знаете, родное. Просто карты, кайф. Типа карты очень приятно видеть. Они выглядят очень эстетично. Приятно, красиво. Ой, куда я, блядь? Ты когда карты в играх видишь, то сразу хочешь встать на них. Вот. Алло. Like to stand on it. Тут ступеньки были? Нет, я не хочу на них вставать, мне просто приятно видеть карты. А где тут ступеньки были? Я не видел их даже. Тут был проход все это время? Кто? Я не вижу его. Где он, блядь? Ты где? Кто меня атакует? Ты меня видишь? А тебя нет. Спорно стекает. Если ты, блядь, живучая или что? Чё здесь? О, ты чё? Хуита. Фу. Ты живое? Абсент убирает сон. Как я бы три совета дал самому себе 10 лет недавно. Начинается. Я не знаю. Я, в принципе, всегда жил по одним и тем же примерно принципам. То есть стараться быть как можно более свободным, оставаться самим собой, делать то, что хочешь. Допустим, вот, да, первые три вещи, которые приходят в голову. Оставаться самим собой, быть как можно более свободным. Но это примерно, это, блядь, один и тот же совет, на самом деле, лично для меня. Делать то, что хочешь. Это, опять же, тоже связано с тем, что ты остаешься самим собой. Допустим, дал бы я себе эти советы, и что бы изменилось. Окей, так, всегда так старался как-то жить. Много можно разных бесполезных советов дать, там, которые много раз на стриме повторял, по типу, там, не знаю, относись к другим людям, как хотел бы, чтобы к тебе относились, и... Да чё угодно, короче, там. Помолчи. Я так понимаю, огромное количество людей прям пиздец бесконечно жалеет. Открывает папич нынешнее письмо с советами 10 лет назад. Читает и кричит, да иди нахуй со своими гайдами. Метка с одним контуром — это та, что ты поставил сам. Желтая метка — квестовая. Стоп, а где тут ставил метки, я не понял, бля. О, килли. А где-то тут? Ну, в пещере, по-моему, я там же открыл проход в пещеру какую-то. Да. Что потом он должен был делать или не делать? Почему вообще должен об этом задумываться? Вот прикол в том, да, вы постоянно задаете такие вопросы, какие бы там себе советы дал. Блядь, да чел, я разговариваю! Какие бы себе советы там дал 10 лет назад? Там, пожил бы по-другому. Но я об этом даже не задумываюсь особо, ну, типа... Мне кажется, это люди в основном, в целом, жалеют постоянно о чем-то. Текущая целостность данных 31%.
Слушай, как я должен был жить или не жить? Я в любом случае, понимаете, занимался бы тем, чем я хотел заниматься. То есть, да, допустим, я не хотел учиться, я в любом случае не учился бы. Я не хотел работать на кого-то, да. Никогда в жизни не хотел иметь работодателя. Я бы в любом случае его не имел бы. Ну, так же самое в этом плане все было бы. То есть, допустим, раньше мне нравилось играть в доту, я бы так же самое не выиграл в доту. А чё, не, блядь? В чём я не прав? Я не думаю, что я хотел бы как-то кардинально изменить себя. Мне всегда больше хотелось поменять мир, чем себя. А себя мне никогда не хотелось особо поменять, потому что, ну... Мне кажется, я, ну, типа, достаточно охуенный. Но я имею в виду, типа, в личностном плане. Вот. Поэтому у меня не было каких-то сожалений. Помолчи. Или... А зачем жрать это все ПКД? Блять. Даже вода в больших количествах убивает. Я не про радикальные кейсы, а про то, что отказываться полностью даун. Балование себя чипсами, фанты изредка никак не повлияют на твою жизнь. Я тебя уверяю. Чел, я это знаю, то что если изредка, а если знать во всем меру, то это не повлияет. Поэтому я иногда и покупаю такое дерьмо типа Белоснежки. Почему потом вообще я купил изначально? Потому что я знал, что если я разок куплю себе пачку Белоснежки, то мне нихуя не будет. Но я ее ел неделю подряд, и я уже начинал чувствовать, как мне хуёво от нее становится. Я даже начинал чувствовать, как у меня становится хуже настроение, потому что я 5 дней подряд в себя вкидываю просто нереальное количество сахара. Это как раз влияет на мораль, мотивацию и настроение. Чем больше ты сахара употребляешь, тем у тебя меньше морали, по большому счету. Это ты, блядь? Тем больше ты на унылочек, короче. Я голоден, или что? Так-то оружие хорошее. Не очень точное, конечно, мягко говоря. Вернее, вообще не точно. Ну да ладно. Так она гуль, по идее, не? Да, это гуль. Помочь тебе? Took your sweet time. I suppose the NCR sent you. Ugly. She's such a dear. Not like that pompous little pedant she works for. But that's neither here nor there. These plants have gotten completely out of control. I've got a plan to deal with them, but I'll need your help. С растениями? И сколько ты платишь? А зачем вообще? Мне не похоже. So, you're one of those, huh? Fine. I'll give you all the one money I have once we're done. Meet me on the second level, and I'll explain more. One of those. Блин, я так обожаю, как в играх, короче, когда ты просишь деньги за помощь. У тебя там можно отнять карму или наоборот, не добавить карму. Будто бы, блядь, короче, ну, особенно учитывая, что в играх постоянно задание, когда ты рискуешь своей жизнью. Будто бы, блядь, кто-то захотел бы рисковать своей жизнью ради каких-то непонятных незнакомых людей или незнакомой уродки-гульки. Ну да, конечно, ну, просто мечтаю. Помолчи. Витёк, привет. Некс донатом закидывай 50к, и ты показываешь 50к? Коллекцию своих использованных презервативов. У меня нету ни одного 3. Презерватива. Я серьёзно? У меня нету ни одного презерватива, я в жизни ни одного презерватива не использовал, если не ошибаюсь. Я когда-то, ну, скажем так, ну, держал в руках, очевидно, презервативы, надевал, но это настолько мерзко. Фу, блядь, как вспомню, аж противно становится. У меня нету никаких, блядь, использованных презервативов. What's this? Did you do these repairs? Помолчи. Not bad. Not bad. Приветствую. Величайший. Saves me time, I guess. Удачного потока. See you upstairs. Спасибо. Не мог бы поздравить моего друга Марка Узюмского с днем рождения и пожелать что-нибудь от себя. Грац Марка Узюмского с днем рождения. Желаю всего хорошего, если он заслужил. Желаю всего хорошего тем, кто это заслужил. Тем, кто этого не заслужил, желаю не то чтобы всего плохого, а желаю заслужить. Хорошее. Да. Она сказала, на втором уровне увидимся.
Блядь. Она сказала, на втором уровне увидимся, правильно? Куда, блядь, она хочет, чтобы я пошел? А. Еще ты хочешь сделать? Morning. Good, you're here. Ready to begin? Begin what? Пока не заплатят, нет проблем. You really have a one-track mind, you know that? Anyway. Зачем тебе помогать? Time is of the essence, so I'll be brief. This place is filled with spores that are toxic to humans, and we need to get rid of them. I've pumped the vault full of a highly flammable gas that, once ignited, should destroy the vast majority of spores. There's one problem, though. What? The gas becomes semi-inert on exposure to oxygen, meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. I need you to find the vents where the gas is being pumped and ignite it. Oh, and survive the resulting blast. Похоже, опасное дело. I set the gas to pump into the fifth level, since that's where the concentration of spores was highest. I'd start looking there. Typically, these vaults use circular vents in their air circulation systems. Look for a wall with two of them almost side by side. There's one just around the corner outside this lab, if you need an example. За углом. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. Yes, there'll be an explosion when the gas is ignited, but I'm sure you'll be fine. Now leave me to my work. А почему со мной будет все нормально, если должно все взорваться или как? Ладно, попробуем, я не знаю. Good. Return to me when it's done. А, так я могу вернуться все-таки к тебе, значит не все взорвется. А где гранаты? В рюкзаке гранаты? А, я уже вроде... А, окей. Окей. Нужно найти какие-то две трубы. Они мне, надеюсь, будут показаны. Помолчи. На карте, или я должен сам их искать. Почему не Черноснежка? А где ее семь гномов? Кто съел? Кстати, Некс донатом кидаю еще 500 рублей, если снесешь все свои сохранения из Нью-Вегаса. Если снесу все свои сохранения из Нью-Вегаса? Типа удалить все свои сохранения? Что-то тут нечисто. Значит, я этот квест сейчас застряну тогда, или как? Если ты хочешь, я все удалил. А как я их все удалю вообще? Это нужно искать папку отдельно. Они что-то, ну, на автомате, у меня тут миллион сохранений, посмотри. Это нужно искать папку отдельно. Я даже если могу в игре удалять, то я заебусь их удалять по одной штуке. Нет, чего я не буду париться? Тем более за 500 рублей ты издеваешься? А зачем чат, мне нужно? Готовьтесь, а. Сейчас будет тест на их для папани. Что это за место вообще? Я тут вроде как был, но не был одновременно. Тут выход есть? Это че? Сюда куда-то? Блять! Ого. Настя меня бахнул. Упырь. Тут проход, блин. Вот здесь? Не понял. А что я ищу? Какие-то две трубы мне сказали искать. Вот трубы. Мне сказали искать спаренные трубы или что, бля? Где это находится? Это здесь буквально или нет? Кинуть сюда взрывчатку прямо сейчас? Я не прошел ICQ-тест. Не, ну хотя бы я сохранился специально перед этим, потому что я догадывался, что что-то произойдет сейчас. Окей. А выжить как? Так, ну хорошо, что я взял динамит с длинным запалом. Я вышел? Я надеюсь. Все, я прошел ICQ-тест.
Ah, good. You survived. I was beginning to think you hadn't. You'll be pleased to know that the spore should no longer be a problem. Now all that's left is to ensure that none of this ever happens again. The research that led to these abominations must be erased. Ну тогда я провалю квест. А зачем мне это надо? Привет, папань. Удачного стрима. Ну, хочешь, я стер данные? Если есть возможность, поздравь с днем рождения моего кореша Влада Штыркова и пожелай ему успехов в его профессиональной деятельности, программировании. Спасибо, три. Грац Влада Штыркова или Штыркова. Успех ему в программировании. I've managed to create a connection to the vault's backup system from here. I just have to remotely delete all the files, and we're done here. Но я уже файлы сохранил себе, правильно? No, it shouldn't take all that long. Just a few more moments, and that's strange. The system says that the files were accessed recently and copied to an external source. I wonder. You wouldn't happen to know anything about that, I would wonder. You? Солгу просто, иначе мне придется ее убить. It's possible. I've spent the last few days in a cave, after all. For all we know, that man sent someone immediately after you to swipe the data while you posed as mantis bait. Nothing to be done about it, I suppose. Помолчи. All we can do is to leave what's here, and that's done. I've unlocked the door, so you're free to run along. Потерял карму. Although it pains me to say it, I wouldn't have made it out of here without your help. If you're heading back toward McCarran, tell Dr. Williams that she has my thanks as well. И получил карму. Поискать еще яйца? А, посмотри, яйца влево или вправо карму. Папань, загадка. Ты участвуешь в гонке. Едите по скоростной трассе. У тебя топовейшая тачанка с форсированными двигателями. Но твои конкуренты тоже не негрилы, Чи. Вопрос. Если ты обгонишь третьего в гонке, то каким ты станешь? Так, подожди, стоп. Блядь, я ненавижу загадки, тем более, которые кажутся простыми. Если ты обгонишь третьего в гонке, то каким ты станешь? И если я обгоняю третьего... Подожди, к чему это вообще... К чему это вся информация? Мы едем по скоростной трассе, у меня туповая тачанка. Мои конкуренты тоже не грилычи. Если я обгоняю третьего, то я стою третьим? Разве нет? Не помню, к чему вот это вот все? Тут какой-то подъеб или что? Если я обогнал третьего, то я стою третьим. Ну, типа, я вместо... Ну, если я обогнал третьего, я был четвертым, допустим. В момент, когда я обгонял третьего, я был четвертым. Он стал четвертым, я стал третьим. Я не вижу эти загадки простые. Там, по-любому, какая-то подъебка, типа, в условиях, о которой я не догадываюсь. В этом и суть таких загадок дурацких. Чтобы как-то подъебать чела. Ладно, чел, мне пофиг. Какому-то капралу нужно подойти. Кто тут капрал? Кто капрал, кто насрал. Тяжело вооруженный боец НКР. Хуя себе, че? Тут у тебя броня. Запакованный. А я их раньше не видел, или они тут были? Something I can do for you? Yes, what is it? Или они типа этого чела охраняют, эти тяжело вооруженные бойцы. Интересно, я могу такого вынести? Я думаю, я могу. Keeley just called in. You should have heard the director. Как она успела зайти уже? But wait a... Look, hey! She wouldn't let him finish a sentence. Just reamed him out for sending all those people to the vault. I've never seen his face so red and twitchy. Thanks for keeping her safe. Here's the caps I promised. I knew I had a good feeling about you. Все? Ну, 800 крышек неплохо. В какой-то веке более-менее достойная награда. I received a pleasant call from Dr. Keeley. It seems we have you to thank for keeping her alive. Very charitable of you. Что у него с ебалом с этого ракурса? Wonderful. Excellent work. Let me see it. It'll take a moment to decode on my terminal. Че, у тебя ржавый терминал, нерабочий. Ты уверен? Payable upon delivery... А сколько мы договаривались? Я вроде просил два раза больше, когда я узнал, что... О, да, 1200, да, все правильно. Круто. Верно, моя работа даже перевыполнена, так что с тебя больше крышек. Чё? You want to renegotiate your contract? This is a very serious matter. You do understand that, don't you?
I realize that one's word counts for a little in the wasteland, but amongst civilized people, one doesn't just demand more than one is able to. Я попросил, а не требовал. Какой же контракт? Наша с тобой сделка нелегальна. Ладно, тогда я продам эту информацию другой заинтересованной стороне. Гуэта. You're saying that I didn't file the proper paperwork, is that it? I suppose you're an expert on NCR procedures? All right, fair enough. No need to bring the military into this matter. It's between the two of us, after all. Here, take these caps. That's all of my contracting budget. And just опять карму снимут. Now, I've got to get back to work. О, 1350 XP. Ого, ого, полосочка продвинулась, хуяся. Разумею! Yes? Something else you... Хороший квест. В плане XP. Я думал, он будет душным прямо, но там было легко, в принципе. Так, на самом деле я уже дохуя всего поделал. Два квеста, которые тут висит, это квесты из мода. Дальше к доктору Хаусу вернуться. Это тоже связано с доктором Хаусом. Это тоже связано с доктором Хаусом. Это тоже, в принципе, связано с основным квестом. А еще Братство Стали посетить. Можно сейчас посетить Братство Стали. И можно снова пойти с NCR поговорить. Давайте это сделаем. Поговорим с NCR, узнаем, что они хотят от меня. Помолчи. Это, я так понял, DLC квесты, а это... Молодец, отгадал. Еще загадка. Озеро заполняется лилиями. Каждый день их становится в два раза больше, чем в прошлый. Сука. Озеро полностью заполнилось за 20 дней. В какой день оно заполнено наполовину? Так, подожди. Блять, какого? Я не хочу отгадывать загадки. А, так, подожди. Озеро заполняется лилиями, да? Важно, для чем оно заполняется. Опять это какая-то подстава, да? К чему ты мне говоришь, вот едете по скоростной трассе, у тебя топовейшая тачанка. К чему это вообще, если это не имеет никакого отношения к задаче? Какая нахуй разница, чем заполняется озеро? Лилиями, блять, или залупами? Чего разница? Нету разницы. Хорошо. Каждый раз их становится в два раза больше, чем прошлый. Давай начнем с озера. Есть одна лилия. На следующий день стало две лилии. На следующий 4. На следующий 8. Потом 16, 32, 64, 128, 256, 512. Это сколько дней? Бля, не могу посчитать. 1024, 2048, 4096, 8100... Блядь, я уже запутался. 192 или сколько? Короче, неважно. Суть в том, что дохуя. Что-то не так. Должно быть простое решение. Потому что если эту загадку задаю, допустим, рандомному человеку, рандомный человек... А, блядь, опять вон загадка с Next, что это стрим загадок, за 500 рублей загадки вам разгадывать. Так, секунду, давайте подумаем. Если эту загадку задают рандомному человеку, очевидно, рандомный человек не в состоянии посчитать в уме, как это называется, блядь, умножить 20 раз число на себя. Подожди, какой день оно заполнено наполовину? Подожди. Оно должно быть заполнено наполовину. Если 20-й день это последний день, значит предыдущий день должен быть в два раза меньше. А так получается, оно заполнено наполовину в 19-й день? Загадка для 9 класса. Шел Иван в Москву, зашел на мельницу. Там 4 окошка, на каждом окошке по 4 кошки. Я не хочу. У каждой кошки по 4 котенка, а у каждого котенка по 4 мышки. Вот это вот вообще, это наебалово! Уже задавали загадку про ноги, блять. Вот это наебалово ебаное. Типа у кошек лапы, то есть часто потом выстрелишь, что там нету ног или что, когда я начну считать, правильно? Потому что типа у кошек лапы, типа. Короче, здесь, по идее, ответ на 19 день, она заполнена наполовину, если она заполнилась полностью за 20 дней. По идее, так должно быть. Ну, потому что не может рандомный человек в голове посчитать это все, значит, это вообще вся информация ни к чему. Thank you. 50 крышек, блядь. Я потратил столько времени на этот квест, и мне дали 50 крышек. Вау. This is fucked up. Кто здесь капрал? Короче, да, ответ 19 день должен быть, потому что, допустим, если представить, что дней не 20, а 10, вот в чем тут подъебка. Нужно просто решить сам для себя, что дней было не 20, а 10, допустим, и посчитать. И ты понимаешь, да, что должно быть, в два раза меньше просто перед последним днем, и все. Это моментально решается. Я думал, минут 5. Не, ну это в моем стиле, подумай, 5 минут, когда решение моментальное. Где мои яйца, куда ты их дел, себе оставил, тапы запостные? О, вон еще. Еще бункер есть.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Упс, вы выглядите стрёмно. Какой-то космодесант. Паладин. Hand over everything you're carrying. Weapons, ammo, clothes, armor, everything. I want you stripped down to your underwear. Блядь, мне надоели эти указы. There's nothing to talk over. You can strip down and hand over your equipment, or you can die. Will you comply? Бля, вот в этом, короче, повторюсь, то, что я еще говорил в самом начале первых стримов. Проблема таких игр в том, что у меня-то есть сейвы, поэтому я могу всегда не подчиниться, правильно? Но в реальной жизни, если бы вы были бы, ну, вооружены и вас встретили челы в такой броне, вы были бы обязаны подчиниться, получается, правильно? Потому что, кстати, как они забронированы, у тебя нету шансов против них реалистично. Если они, они уже на тебя вышли с пушками. И то же самое, допустим, в случае квестов с Легионом. То есть первый раз, допустим, я подчинился, окей. Второй раз, когда меня Легион просил дать оружие, я не захотел, потому что их там было мало, да, они были, ну, не забронированы визуально. И я думал, что меня Цезарь как-то там, ну, должен наказать как-то за то, что его квест не сделал, или хуй знает, что сделать. То есть, мне кажется, было бы относительно реалистично не подчиниться. Но при этом меня аниме начали атаковать снаружи. Они каким-то образом знали, блядь, что я всех убил уже. Ну, услышали, наверное, окей. Ладно, в этом случае давайте подчинимся. Это все-таки на реалистычах больше. Но суть в том, что если бы не было сейвов, то это были бы какие-то реально интересные выборы. Какой смысл с этих выборов? Я подчиняюсь или я не подчиняюсь? Если у меня сейвы есть. Да я что хочу, могу делать. У меня сейвы есть. У меня есть сейвы. Да если я не рискую своей жизнью, потому что у меня сейвы есть. А представьте, вы играете, да, вы наиграли уже часов 30 или 50. Представьте, вот у вас 21 уровень, вы играли 50 плюс часов, вы прокачались там, интересно, все, да. И вы нажимаете «я не подчиняюсь», вас моментально убивают. И все, конец игры. Вот это вот реальные выборы, так и должно быть. Так я играл, допустим, вот Divinity Original Sin 2, помните? Там, где... У меня был момент, когда я уже наиграл дохуя часов, реально дохуя часов. У меня был момент, когда я был супер близок к смерти, ну, своих персонажей. Это было, по-моему, в этом, в третьем акте. В этом там каком-то вымышленном мире бесиков. Я уже забыл. Помните, там, где, короче, этот туман смерти по всей карте распространился. И там пиздец было, что. То было жестко. Короче, ну, сейвы просто уничтожают полностью погружение в таких играх. Вот выбор, я подчиняюсь, я не подчиняюсь. А у меня есть сейвы, все. Типа, это все уничтожено. Грубо говоря, нету погружения. Сейвы — это пиздец, портят игры. Хардкор режим — это must have для любой RPG. Иначе ты не можешь полноценно играть. Ты просто не можешь полноценно играть. Take it all off and hand it to me. Then come inside and through the door at the rear of the chamber. Paladin Ramos is waiting for you. Вообще реалистично, нету выбора. Потому что, ну, они тебя 100% убьют, ты не можешь, скорее всего, не убежать, не защититься в такой ситуации. Вот они уже на тебя вышли. Ты не можешь их перестрелять, очевидно, никак. How the hell did you get in here? Normally I would have already shot you, but I'm under orders to bring you to the Elder. Will you come peacefully? Они все в этой броне? Хуясь. Okay. I'll take you to him. Но вообще, полезные союзники, на первый взгляд. У меня в союзниках уже бомбисты есть, которые тоже выглядят достаточно полезными. Теперь еще этих чего взять в союзники? Я буду непобедим? Старейшина Макнамара. How did you find us, stranger? And do tell the truth. А я уже не помню. А я уже не помню, кто мне на карту поставил их метку. You took an extreme risk in coming here. My policy towards trespassers has not been lenient. The security of this bunker is my foremost concern. And I take pains to minimize our exposure topside. For this reason, I might be interested in contracting with an outsider who can accomplish certain tasks, some basic, some a bit more involved. An NCR ranger has begun to set up post in one of the other bunkers up top, for example. I want him driven off. Understood?
Почему просто не убили рейнджера? Я думаю, вы все, ну, вы можете на это пойти. Yes, we could kill him easily enough. But sometimes you can learn a great deal by observing people, both enemies and friends. Which is why it will be very interesting to observe how you choose to deal with the situation and decide which you are, enemy or friend. Do we understand one another? Ну окей, попробую его прогнать, но я не хотел бы его убивать. Он сказал прогнать, а не убивать. Может, я могу с ним просто поговорить, тем более меня ж эти NCR уважают. Достаточно будет моего слова, чтобы он ушел. Я скажу, типа, тут все нормально, я тут проверил все. Very well. I'll be interested. Paladin Ramos will escort you back to the bunker's entrance and set you loose. Notice that I said loose, not free. You are not free to carry the secret of this bunker's location beyond Hidden Valley, until I'm convinced that you're capable and dependable. А то есть мне нельзя уходить из Hidden Valley? To underscore this point, you'll be fitted with an explosive collar. What? Wander off, and it will detonate. Focus on your mission, and you'll be fine. А типа я не могу вообще отойти уйти отсюда, а теперь раб? Охуеть. Chest to your right. That's it. Они у меня вообще все забрали, прикиньте. Ого, сколько у меня всего, блин. Это я олигарх. Так, когда лутаю весь свой, ну... весь свой инвентарь, то я понимаю, насколько у меня много всего. Жесть. Это у меня, конечно, всего. Так, а чё у меня перевес, я не понял. А, я снял... я снял рюкзак. В этом дело. Привет, папаня. На самом деле, Altuarl Blues интересный мод. Не сказал бы, что душный. Он очень круто сделан. Много рофлянок можно половить, очень ждём. А это мод или DLC, я не понял. Когда попадёшь в казино DLS, там, где возле Forlorn Hope, радиосигнал лови. Я так и не понял, это мод или DLS? Говорит, что DLS. Теперь это мод. Так, ну что, пошли этого рейнджера найдем. Надеюсь, я смогу решить миром. Потому что ж в этой игре, если ты кого-то убиваешь, что об этом каким-то образом все сразу узнают. Вот одинокий рейнджер, да? Казалось бы. Стоп, я не понял. 1521? Какого хуя? А, окей, так. А, то есть, допустим, да, вот одинокий рейнджер. Если я его убью... я потеряю репутацию в NCR. Но это нереалистично, потому что как они могут знать об этом? Меня это бесит пиздец в подобных играх, когда ты что-то делаешь, ну, типа там, да, какая-то кража или там убил кого-то. И все об этом знают, блядь, как? Моментально причем. Оп, и все сразу узнали. Опять же, убивает элемент отыгрыша всякого. Так, а где-то чел? Он в бункере сидит? Вот для чего этот бункер. Надеюсь, ты не будешь стрелять, я свой. Я свояк. Thought you'd sneak up on me, you filthy powder ganger? Чего, блядь? Ха. Got some stones on you, son. I like that. What can I do for you? Ты меня не узнаешь, я же известный среди NCR, чел. Dobson's my name. I'm an NCR ranger, operating out of Camp McCarran, north of here. Redding man by birth, though. Well, I thought I might set up a safe house in one of the bunkers here. Between the remote location and the dust storms, I figured it was ideal. Of course, seems a lot less remote since you showed up. Plus, I haven't been able to get my radio working, and a safe house is no good without one. I reckon I'll stick around a while, patrol for troublemakers, see if I can get that radio working. Patrol for troublemakers. Какая же cool story. Неужели никто не знает, что ты здесь? Standard practice. Rangers operate on our own most of the time. And that's how we like it. О чем ты говоришь? Там могу его убить без потери кармы или что? Ну, без потери репутации в NCR. I'm sure as hell not gonna lose any sleep. Oh, and in your expert opinion, why would that be? Красноречие 50. Сюда пару раз в месяц заходят подрывники. You've seen that with your own two eyes? God damn. I knew Cook's gang passed through these parts about that frequently.
but I didn't know they hold up here. Кука уже даже не существует. Be a rude awakening to find 15 of those merciless bastards looking down at me snoozing on my bedroll. Yep, I'd be better off setting up an ambush along one of their routes to catch stragglers. Thanks for the information. You may have saved my life. Goodbye. Я действительно спас твою жизнь, кста. Этого лута раньше вроде не было. Этого лута. Так, я не понял, почему теперь тут сложный? Тогда было простое, теперь тут сложный. Я тут дверь открывал, там был тупик. Интересно. Почему он вниз не двигается, чё за? Hello? Ай! Да какого? Как? А как? Да я не могу его вниз подвинуть, оно не работает, оно забагованное в этом плане. Да вот, смотрите, оно вверх двигается, когда я мышку вниз двигаю. Чё я сделаю? Вау, this is fucked up. Я не могу ничего сделать, потому что он вниз нормально не двигается. Блять! Я взломал, сделал... Короче... Часы. Алло? Я взломал, там было простое, а то чел сделал сложным. Ладно. А где мой ошейник? Он на мне сейчас? Взрывающийся ошейник. Еще и 5 веса. Все, вы довольны, я сделал ваш квест. Бункер L1. How did you resolve the situation with the ranger? That was easy. Gone. Why did he leave? And what makes you think he won't be back? А мне удалось его убедить? Yes. You exploited his fear of powder gangers very effectively. The collar includes a microphone, you see. Part of the test. Так хули ты меня спрашиваешь? He'll keep his distance, setting ambushes, never suspecting that these bunkers house something far more dangerous to him than criminals. Well played. Since you completed your assigned task, I will allow you to come and go from the bunker freely. So let's get that collar off you. There, that's better, I hope. Now that we have that bit of unpleasantness out of the way, there is a matter that I would like to discuss with you. Stop by the command room when you can. Oh, and bear in mind, if you end up betraying us, we will know it. And there will be no mercy. Ебать, какие вы серьезные. No mercy. Our instruments show some impressive power fluctuations coming from across the river. What's going on over there? Забавно, как в этой игре ноль декораций. То есть чел просто сидит в почти что пустой комнате. Он даже может сесть в этот стул. Ему удобно в этом стуле сидеть, он сможет в него сесть. Типа, вот реально в игре ноль декораций. По сути, да, то есть... Как это, как они эту всю броню делают, где она у них хранится, где у них это еда, не знаю, вода, базовые удобства. Hey. Как он здесь, блядь, в этой пустой комнате сидит целый день. Your presence here, let's just say it's highly irregular. Outsiders aren't even allowed to know that our bunker's here, let alone coming. You impressed Elder McNamara, ob... Много пользы от меня, из-за того, что пошел поговорил с рейнджером. That's right. Impressive. Nothing gets in or out of here without me knowing it. Normally, that would have fallen under my jurisdiction, but the Elder thought it'd provide a good test for you, so I backed off. Under the lockdown, only essential personnel are permitted to enter or leave. That includes supply runners and high security patrols. All other personnel are forbidden to leave, and any personnel that were out there when the lockdown was enacted are forbidden from returning. Fine by me. Паладин братства стали. Как ты это... Чел, как ты это сделал? Типа, у тебя твоя броня в инвентаре лежит, ты ее просто снял, ну и лег.
Забавно, что хотя бы эти челы снимают свою броню, потому что, помните, в лагере Макаран там чел лежал на кровати в броне. Эти хотя бы раздеваются, он снял, положил в инвентарь. Лол. А этот в броне спит. Только хотел немножко похвалить игру, сразу обосрались разрабы. Классика. Хочу немного исследовать это место. Hidden Valley Bunker Fusion Core. Это куда вообще проход? Я просто могу сюда зайти и что угодно делать. Это ихняя электростанция. Candle Reactor System Information. Почему здесь, кстати, ну, нету перевода? Это типа мод или DLC или что? Мне кажется, это не мод, это явно одно из DLC, наверное, возможно. Они за NCR или нет? Видимо, нет. Бункер L2. Где старейшина Макнамара? Он не вроде собирался квест выдать. Привет. When you first showed up on our doorstep, I'll admit at first I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of great use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. Though no, we will be keeping an eye on. What do you say, outsider? Are you willing to help us? Смотря в чем. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. Three such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all three of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts have scavenged over the years. Интересно. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful. А куда нужно пойти, чтобы снаряжение забрать? Так, штаб-квартира Рэпкон, авиабаза Неллис. О, должно быть изи. Там у меня кенты. Гора Блэк. Я, в принципе, везде уже был, правильно? А, подожди, в штаб-квартире Рэпкон я не был. Ну, туда заходил, но там не исследовал ничего. Так, а где ты сказал? Found the missing patrols, or what? I can spare a little. А где мне поживиться? That is this base's defensive system. It serves as camouflage and masks all entry and exit from the bunker. We use it to hide our patrols and supply runners. It's a protective measure that was enacted after our defeat at Helios. The NCR was hot on our heels, and we wouldn't have survived another encounter. It was decided that we would stay quiet for a time, heal the wounded, and... However, after we had fully recuperated, our first scouting measures showed that the There are now more than five times the number of NCR troops in the area as when we fought them. And we have half the number we did at Helium. And so the lockdown has been extended. We have some personnel that are allowed to travel on the surface. They trade for what we need and occasionally drop off what they acquire. We make sure that they only enter or leave the bunker while the sandstorm is active. Короче, они хотят отомстить NCR. Но вообще... Эти челы плюс бомбисты в комбинации пригодились бы мне. И плюс роботы. So,
You're the outsider that's been given leave to wander around freely. Главный паладин Харден? Desperate times call for desperate measures, I guess. С ним еще не разговаривал. Name's Harden. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble, and he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? У вас тут внутренние разборки. Why should you trust the Elder? I'd recommend listening to both of us and choosing whom to trust for yourself. So are you willing to listen? Кто-то из вас должен умереть или что? Я буду с тобой драться, блять, когда у тебя такой меч огромный за спиной? As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years. And those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by. And many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. Или если я сделаю его квест, возможно? I would. I'm the senior-most paladin in the chapter. And have more combat experience than any two others here put together. I'd gladly support another candidate, but no one has the courage to step forward and make the attempt. So it falls to me. I would put this chapter back on the right path, if I could just assume leadership. Of course I have, many times in fact. The Elder has an open door policy and will listen to advice on any subject save this one. He refuses to see that our isolation is slowly weakening us. Aside from being our duty, going out on missions is what kept us strong. And because he fails to see that, I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters. So they refuse to help me, which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion, ask... Ты хочешь, я его убил или что? Tasks for you means his faithful won't suspect you, and you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position. А если я расскажу ему, что ты его хочешь предать? If I become elder, the lockdown will be lifted, and we'll once again be able to send patrols out into the wastes. We'll become powerful again, and when that happens, it will be good to have the Brotherhood as an ally. Good enough. Good enough. Так мы и так я смогу снять локдаун, если я сделаю квест Элдера. Ну, поглядим, что я смогу сделать, это еще ж не обещание. That'll have to do. I'd recommend going to see Ramos first. You could also try to find something relevant in our data store, though last I heard Scribe Ibsen is having him. And if McNamara should give you any tasks, I'd ask that you kept me abreast. Report anything you find to me, and we'll move from there. Это уже странно вообще. What is it, outsider? Дополнительно. Yes, I know the loss of the patrols has weighed heavily on his mind for some time. He took it very personally when they first went missing. That was when I first began to seriously question his ability to lead us. A commander has to be able to deal with the potential loss of his men. It's strange that he would ask you to find mission discs on them, however. The missing paladins were all on standard patrols, which don't need them. Only brothers sent on special assignments are given mission discs. If you should find any on the lost patrols, let me know. It's not that I dislike the Elder, but I strongly disapprove of his current style of leadership. We're safe, yes, but at what cost? After lifting the lockdown, the first thing I'd do is send scouts out to Next, I'd resume patrols in the near vicinity and begin sending search teams out to the spots the scouts reported were relatively safe. It's standard procedure when a chapter relocates to an area. But standard procedure wasn't our last elder's style. Elijah was a strange one. His even becoming elder was highly questionable, seeing as how he was a scribe. Typically only paladins are eligible. But an exception was made in his case on account of him being a genius. Unfortunately, whatever scientific acumen he had didn't extend to tactics. Trying to defend Helios was a blunder of the worst kind, and many brothers lost their lives because of it. Many of the senior paladins, myself included, advised him to fight a retreating action, but he refused to budge. Said he almost had it working.
то оружие самое с Гелиоса, которое мог активировать. Helios was the worst goddamn action I've seen in a long, long career of fighting. It's a travesty is what it is. Every second we sit on our hands down here is another second that we're not fulfilling our sworn duty. Мне пора! The bunker takes a little getting used to, doesn't it? Писюм Ипсин. Hello again, my friend. I can understand how the man might be frustrated by the current situation. He's a take-charge sort of fellow. Standing around's not his strong suit. I myself often wish we could end this interminable stasis and begin moving forward again. Так, а чем могу получить новую инфу? Мне сказали, я могу здесь почитать новую инфу в терминалах. Вроде уже избавился от вируса. А инфы все нету. А, обзор систем еще есть. Термоядерная станция Кендл снабжает энергией все системы бункера. Еще будет работать 752 года. Понимаешь? Так, ладно, а где... Я так и не понял, я могу фри получить какие-то ништяки, или надо поторговать с кем-то? Как сюда зайти? Hey. Интересно, насколько сложно их всех убить? Ой. Не то, чтобы я хочу, просто интересно. Так. Это их защитная система. Давайте для начала к бомбистам. В смысле, блять, серьезно? Да фуу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 уooo Как вообще можно потерять карму за взлом ворот? Когда можно тем более всех убил 10 тысяч лет назад. Это система кармы в игре. Эпик. Стоп. А кто там? А, это кентавры эти, это мусор. Это не страшно. Мега-кентавр. Это должно быть страшно. Мега-кентавр. Бля, она не попадает. А ну-ка, спекали, оно-то обычное уже. Того можно вообще зарубить. Эй, того, наверное, мог зарубить. На самом деле, в этой игре на огромное количество противников тебе даже не нужно патроны тратить. Какой смысл? Ай, бля! Жарит! Меня жарит, Ауч. Да, перевес вовремя. Не, нормально. What do you want? And don't try anything funny. Чел, где ты присел, блядь? You speak truly, for it is unlikely that an outsider would know both the Elder's name and that passphrase. Very well. I've been observing the penal facility there in the distance for some time now. Ты должен увидеть, что я там всех убил. Rather disturbing rumors. The facility was run by the NCR for a time, but the prisoners overcame their guards. Чел, ты должен был знать, что я всех убил вообще-то там. What puzzles me is why these men have been allowed to run wild for so long unchecked. То есть он просто игнорит, почему? Why has the NCR not retaken this place? Он просто игнорит то, что всех убил. Give this to the elder. My observations are all with. Просто игноришь то, что я всех там перебил, там нет никого на самом деле. Если ты наблюдаешь for a while, то ты должен знать. А, кстати, вот, ниже лагеря Forlorn Hope. Maybe там это казино, как раз и найду сейчас.
Morning. Approach slowly, stranger. If you have no business. Зачем они все приседают передо мной, блядь, чтобы мне было проще его башку отрубить? Then I am sworn to report. I've been dividing my time between the camps to the north and one belongs to the NCR, the other to a band of slavers known as Caesar's Legion. I was sure the NCR would quickly win, but that has not happened. Instead, the two sides maintained a long stalemate, and only after an extended duration did the NCR finally destroy its opponent. When they did, it appeared they did so with the help of fresh reinforcements. That savages such as these could last so long in... Все, вот я и собрал всю информацию. That was easy. Тренируется. Ему сказать сначала, Майк. What is it, outsider? Алло? Have you had any luck finding? Good. Let's take a look. If I'm reading this right, it appears that the NCR's grip on this region is nowhere near as firm as I thought. I'll have to review. Я вообще не понимаю, как NCR отпиздили ваших солдат в броне тяжелой. Thank you, outsider. Я не видел у них никакой тяжелой артиллерии. So I believe I can share something rather confidential with you. Ну, давай. The device that creates the sandstorms above, that masks our comings and goings, was only intended to be used in case of emergencies. It was never meant to be used with any regularity. And the other systems here were not designed to accommodate such usage. In particular, the air filtration system simply cannot handle the quantity of sand and grit that it's been forced to cope with these last few years. As a result, the system is failing, albeit slowly. I'm told we have a scant few months before it shuts down completely. Should that happen, it will quickly become impossible to breathe here in the bunker. Already the air quality begins to slightly worsen. I would like you to find the components we need to fix this bunker's air filtration system. Components, maybe я сам посмогу починить. Ремонт 90 все-таки. The importance of this task. See Senior Knight Lorenzo for the details. Компоненты искать это долго и нудно. Было бы проще, если я подошел бы просто, знаете. Ремонт 90 все-таки. Так, самое главное, чего я не понял, как получить какой-то лут. Мне говорили, что мне что дадут. Так, ничего пока не дали. Я не знаю, чем я занимался весь стрим. Немногого я добился. Но, по крайней мере, у меня не горело с игры. Это всегда плюс. Не, так хаос только не сходил, блин. Я не знаю, чем я занимался весь стрим.